Второй ручки надо. Ножки ему нарисовать. Что же еще инопланетянину надо? Пи-пи-пи. Что пи, это? Пи-пи-пи. Судя по всему, это Орхус. Хотя я не знаю. Вот пистолет. Если что, буду обороняться. Считал, что тут есть инопланетяне. На тебе! Блин, пистолет его. Нужно это все прикрепить. Но как? Придется поднять тожовый. Тут это какая-то все, да я вылетаю отсюда. Не будет на тяжелый груз. Да, быстро, слаживаем, быстро. Надеюсь, она поможет мне выбраться отсюда. Так, нарисовала меня. Ну, запускается! Можно лететь домой на планету Земля. Чудо! В ролях Загадочный Боб, Ваня Дружинин, Загадочный инопланетянин, Плюшевый медведь, Режиссер-постановщик Дмитрий Корчагин, Сценарист Ваня Дружинин. Фильм снят только двумя людьми, поэтому не судите строго. Мы над ним очень старались. Поэтому не забывайте ставить лайк и подписываться на мой канал. До скорых встреч!